Сегодня передача будет посвящена трудовику настоящему. Не знаю, почему в России ему так пока внимания особо не уделяют. В Китае он давно изученный. И в китайской традиционной медицине он давно используется. Причем доказано очень много лекарственных свойств этого трудовика. Поэтому по лекарственным свойствам я отдельно буду описывать, что в одну передачу это все не вместится. Но вот это вот дуб старый уже, скажем так, пораженный молнией, вероятно ли ветром. Вот он весь фактически усыпан трутовиками. Причем часть из них можно собирать, вот как этот. Он не поражен червяками никакими. А часть вот они уже вот выше, уже пораженные. Вот частично поражен. То есть его фактически можно собирать, но с ним надо все это дело обрабатывать так, чтобы эти пораженные участки были удалены. То есть он, скажем так, частично готовый, возможно, к употреблению. Ну вот мы сейчас посмотрим. Не пораженный. Значит, у него довольно жесткая такая поверхность. Значит, если вот сейчас по нему ударить вот кулаком или еще чем-то, вот каким-то предметом, камнем, допустим, или топориком, то он отвалится. Это основное его отличие, допустим, от трутовика ложного, когда возникают вопросы, ложные вы таким образом не открепите от субстрата. Вот ниже тоже, в принципе, нормальный растет. Единственное, что какая трудность, это трудность по обработке. Нам нужен фактически только гименофор. То есть вот эта вот часть. Здесь он, скорее всего, вот этот трутовик двухгодичный. Там будут две полосы гименофора. И нам надо срезать вот эту вот всю часть верхнюю. Она, во-первых, трудная для обработки. Главное ее срезать. И оставить только один гименофор. Ну там еще между верхней частью там будет прослойка, она тоже фактически не нужна. Ее тоже надо будет удалять. Оставлять только гименофор, его на полоски разрезать и потом на квадратики и в сушку. А потом из этих квадратиков уже делать порошок для лечебных целей. Трутовик этот не токсичный. В Украине Минздравом он вообще рекомендован как БАТ. Вот, поэтому этому трутовику я обязательно уделю внимание и расскажу, как им пользоваться. Ну и вот трутовик настоящий, он на валеже. Это даже неизвестно, что за дерево, но скорее всего дуб, потому что тут дубовый лес. Вот. Вот он огромных размеров достиг, потому что тут рядом речушка, влаги много. Вот. Он достаточно большой. Вот через него даже вот прорастает тут веточки деревьев. Пропускает. Вот. Ну, это рабочий трутовик. Вот у него чистенькая поверхность. Если вы нашли, вам хватит. Не знаю, насколько тут, если будете делать порошок, то тут объем будет достаточный для семьи. И с одним трутовиком уйдете, и будет у вас чем заниматься. Больше и собирать не надо. Я никогда не беру трутовики, если мне они не нужны или кому-то не нужны. Я просто могу сфотографировать, пройти мимо. В данном случае его оставлю, пусть он растет. Потому что мне достаточно. Ну вот я обработал частично, скажем так, вот этот трутовик. То есть я обрезал только, чтобы вам показать гименофор. Вот он кольцами, вот тут видно. Раз, два, ну три кольца я насчитал. Причем один вот так он хорошо рос, и видно средний. Начинал с небольшого роста, и сейчас вот продолжает расти. Значит, осталось здесь что? Снять вот эту верхнюю часть. То есть я просто здесь у меня сегодня нож
не такой сильный, чтобы его не сломать, я не стал срезать эту верхнюю часть. Вот, это я уже сделаю дома. Но вы будете иметь представление о его строении и что надо снимать. Значит, еще я один обработал, поменьше трутовик, но у него тут оказывается побольше слоев. Раз, два, три, четыре, вот я смотрю, пять, шесть, даже семь, что ли. Вот он вроде бы по размеру небольшой, а 7 лет ему уже. И верхнюю часть я тут снял. Он просто поменьше трутовик. Вот это чтобы не тащить с леса лишний вес. Вы можете брать хороший нож, пень вам нужен, и фактически, чтобы лишний вес не тащить, вы его обрабатываете, и все. И ваш улов.